Сегодня в непростое время борьбы с коронавирусом очень важно оказывать помощь и поддержку медикам, находящимся на передовой борьбе с инфекцией. Жители нашего района, предприниматели, депутаты продолжают помогать медицинским учреждениям и врачам, приобретая необходимое оборудование, а также транспорт для обслуживания пациентов на дому. Сегодня в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, когда значительно возросло количество вызовов врачей на дом, дополнительный транспорт для медиков – это самая важная и актуальная помощь. В конце прошлого года, благодаря помощи и инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко, Славянскому району были переданы 3 автомобиля неотложной медицинской помощи. Они обслуживают пациентов 1-й и 2-й городских поликлиник. Сейчас автопарк Центральной районной больницы пополнился еще одной транспортной единицей. Ключи от нового автомобиля заведующей Бароняковской амбулаторией Надежде Цыганковой передал главный врач Славянской ЦРБ Юрий Просоленко. Благодаря помощи депутата Государственной Думы Российской Федерации Ивана Ивановича Демченко в вашей амбулатории для обслуживания ваших жителей появился новый автомобиль. Я вас с этим поздравляю. Большое спасибо, Юрий Александрович. Я думаю, что машина будет всегда на ходу и будет помогать в работе нашего общества. Бароняковская врачебная амбулатория обслуживает 4 хутора с общим охватом населения более 5500 человек. Новый транспорт – это большая помощь медикам. Поэтому хотела сказать большое спасибо депутату, да, Государственной Думы Демченко Ивану Ивановичу за такой подарок, потому что наша амбулатория и есть машина, конечно, но одной машины это недостаточно. Я считаю, что благодаря тому, что мы получаем новую машину, конечно, это большой плюс и для работы наших врачей, медсестер, санитарок, потому что мы охватываем не только взрослое население, и детское население. Также в помощи нуждаются люди пожилого возраста, которые также обслуживаются на машине. Мы большое количество вызовов на дому обслуживаем. Поэтому для нас транспорт – это необходимость. С новым автомобилем неотложная медицинская помощь жителям Протокского сельского поселения будет оказываться еще более своевременно и оперативно, помогая сохранить самое важное в жизни – здоровье людей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».